За вклад в развитие региона и многолетний добросовестный труд юбилейные медали и почетные грамоты получили сотрудники регионального Миннаца и подведомственных учреждений. В этом году министерством была проведена масштабная работа в рамках целевой программы по укреплению единства наций и народов, проживающих в регионе, а также профилактики противодействия экстремизму и терроризму. Министр Улан Евлоев лично поблагодарил сотрудников за добросовестный труд. Провели огромную работу за эти 6-7 месяцев 2017 года, работу по связям с нашими общинами, которые в регионах Российской Федерации, кроме этого с диаспорами нашими, которые находятся за пределами нашего государства России. Было награждение 4 награждения памятной медали 25 лет Республики Ингушетии. Это, значит, сотрудники министерства и подведомственных организаций и руководитель осинской диаспоры Алания. Это не только моя медаль, я думаю, но и наш руководитель Мадина Барахоева, с которой мы работаем, с Министерством национальной связи. Я ее считаю, что она общая медаль. Работаю я недолго, но мне кажется, как будто я все время с диаспорой. Очень огромное спасибо за такую высокую награду.